Утхита Парджа Канасана. Поза удлиненного угла. Встаньте в Тадасану. На глубоком вдохе в прыжке расставьте ноги на 105-120 сантиметров, вытянув руки в стороны. Поверните правую стопу слегка внутрь, а левую ногу наружу на 90 градусов, чтобы центр правого колена смотрел на центр правой стопы. Пятка правой ноги должна смотреть в центр изгиба левой ноги. Поднимите таз вверх и ровно распрямите стороны торса кверху. Поддерживая левую ногу в прямом положении, на выдохе согните правую ногу на 90 градусов и вытяните торс вправо, поместив кончики пальцев на пол или на опору рядом с лодыжкой. Опустите бедро горизонтально и поместите колено непосредственно над пяткой. Поднимите ключицы и отведите левое плечо назад, поверните руку. Ладонь поверните вверх, а затем растяните руку над головой, ладонью вниз. Отведите левое бедро назад и поверните правую ягодицу внутрь и вперед. Поддерживая левое бедро сзади, растяните правое бедро вниз от паховой области до колена. Растяните левую грудную клетку от бедра до ключицы. Сведите лопатки на спине и поверните грудную клетку вверх. Слегка отведите голову и посмотрите вверх. Используя силу отведенной ноги и верхней руки, вдохните и поднимитесь. Распрямите правую ногу и поставьте в исходное положение. Слегка поверните левую ногу, а правую на 90 градусов. С прямой правой ногой на выдохе согните левую ногу и равно растяните обе стороны торса к левой ноге. Поставьте кончики пальцев на пол или на опору рядом с лодыжкой. Отведя плечи назад, растяните правую руку над головой, ладонью вниз. Затем поверните левую руку и сожмите вместе предплечье и голень. Теперь отведите назад правое бедро и сведите ягодицы, а левую ягодицу направьте вперед. Прижмите левую пятку к полу и растяните левое бедро от паха до колена. В то же время поднимите правую внутреннюю лодыжку и прижмите мышцы правого бедра к бедру. Зафиксируя пятку отведенной ноги, растяните левую сторону запястья в сторону верхней части левой груди. Вращайте верхней грудью и постарайтесь посмотреть вверх. Растягиваясь от отведенной ноги, поднимитесь на вдохе. Поверните стопы параллельно и в прыжке соедините стопы. Нет такого понятия, как верная или неверная поза. Есть только вопрос большего или меньшего сознания или разума, выраженного в каждой позе. Точное выполнение равновесия и правильное отношение в каждой позе дают возможность для выражения божественного сознания.